Башкортостане построят комплекс по производству тротуарной плитки, бордюров и элементов благоустройства. Инвестиции оцениваются в 2 миллиарда. Проект рассмотрен Инвестиционным комитетом Башкортостана. Ну, вот, производство планируют реализовать в две очереди на территории особой экономической зоны Алга до 2028 года. Инициатор строительства завода – группа компаний «Партнер», учредила в Башкортостане новое юрлицо «Паривит Уфа». Ему подобрали участок площадью в 6 гектаров. 30% от стоимости проекта вложит сам инвестор. Остальной необходимый объем планируется получить по соглашению со Сбербанком, а также от лизинговой компании «Башкортостана» и Фонда развития промышленности. Он будет строиться в две очереди. В первую очередь мы намерены сдать объект и запустить работу это в 2026 году. Вторая очередь, наверное, плюс год или два. Вот, объем выпуска продукции – это примерно 1,5 миллиона квадратных метров современной плитки в год. Мы видим большой спрос на эту продукцию сегодня. Плитка именно высококачественная, 10 лет мы даем гарантию на ее, так сказать, работу. Ну и производители ориентируются на местное сырье – серый, белый цемент, песок и щебень. Инвестиционный комитет принял решение оказать ему поддержку по части привлечения заемных средств. Также компания получит землю в аренду без торгов, ну и компенсацию части затрат на создание транспортной и инженерной инфраструктуры.